Наверное, стоит провести границу между свидетельством и навязыванием. Христианин не может не свидетельствовать о своей вере. Но если это свидетельство исполнено простоты, уважения и ясности, оно не будет вызывать такого отторжения, как если то же самое свидетельство будет наполнено агрессией, обесцениванием других и навязыванием. Это, можно об одних и тех же вещах говорить совершенно разными словами. И когда мы свидетельствуем о ценностях нашей веры твердо, но спокойно, не агрессивно, с уважением к другой позиции, такая проповедь, такое свидетельство, оно не будет вызывать столь же негативной реакции, как если мы начинаем эмоционально навязывать что-то, декларировать и даже не пытаться расслышать собеседника.